Все, я включил запись, господа. Вас слышно до ютубчика, если что. Итак, первое окно Нормально. БД. Второе окно. Тир, ебать. Ну, он заюзан, зацикленный. Третье окно. Глад, сейчас, ебать. Секундочку. Нокс, ты там все собери пока. Хотелось бы передать привет хуесосам, которые не верили в Не верили, да? Не верили в Милика, ебать. Вот, и четвертое окно Авари. 6 живых, ебать. Контролят 16 или 18 персоналов. Забегу обратно. Че там много? Ёб твою мать. Пожалуй, сосочки включу. Так, поехали. Опаньки, ебать. Что, ребят, как дела, маги? Маги, как дела? Фул комната, ебать. Пожалуй, покажу нахуй эту комнатку. Ну, один ангел, ебать. И один владыка. Димобом контроль, ой, бля. Ой, бля, сорян. Нокс, ты чё, блядь, сука, фул респа не дождался, придурок? Ну ладно, сейчас еще один парик покажем. Это было с УД, чтобы... Ну, окей, чтобы вы не пиздели, мы сейчас замутим еще без УД. Пожалуй. Садись, а то мешаю. Маги любят там пиздеть, что Милики помойка, а у Миликов-то татушки, ебать. На, плюс кон. Милика, пока ты убьешь, сука, сдохнешь. Так, взрывайте МП на рецепенчика. На страшное дело. Просто изи игра на седьмом этаже. Да, кстати, это седьмой этаж, ребят. Седьмой этаж. Скоро на 15-й поднимемся. Скоро будет 15-й. Да, слушай, а может мы, кстати, единственный будем пак, который задефает эту ебучую башню наверху? Бля, это пиздец. Я, честно говоря, не ожидал от Миликов такого. Я думал, мы хуесосы, если честно. У нас так-то ВЛ, ебать, контроль, ебать, вся хуйня. Бля, прикиньте, два ВЛа. Пойду ОМОНа гляну. Слышь, можно еще, блядь, маленькую. Я могу маленькую подводить за БД. Слушай, может, рили психану сейчас? Свихнулся, я сострелись на монету. Ну, там валака стоит. Ой, блядь. Че, идти собирать валика? Да нет, не надо, если ОМОН, то... Там валака, валака. Может, за СВС собрать ему и просто прибежать СВС-ом стать в УД? Нокс, ты, короче, танком собираешь. И тупо это все разбить. Что думаете? Психанем да, чи нет? Нокс, ты давай в это, короче, смотри. БД идет на шестой, собирает шестой этаж, приходит сюда. Не, серьезно, Рэм, беги, собирай всю ту комнату, приведешь в УД, станешь. Давай просто затестим, вдруг получится, ебать. Ты че, убираешься надо мной, что? Ну а че не... Он без бафа, ты че, ебану? А, ну ладно, ладно. У нас ВЛ без бафа, ты че? ВЛ? Не, ВЛ с бафом, он имел в виду за СВС обижать. А СВС-то с хостой отбой. Ну на следующем парике давайте соберем. СВС. Еще и с валак. Нормальный парик. Кекс, хватит уже борщить. Я понимаю, что мы охуевшие, блядь, на фане. Не, ну а че не разогнать по максимуму, ебать? Ну покажи сейчас без УД. Веди еще 20 заливок с первого этажа. Можно разогнать. У нас по МП все заебись. Да, кстати, мы стоим в 5 заливок без Орфена, без какого-либо эпика. Без УД, Отис, давай. Так, сейчас без УД, поехали. Ну, я хуй знаю. Совсем не знаю. Я даже без стекляшек, чтобы вы понимали. Ёбаный свет. Вот это плотно. И за мобу. Ну, без УД, ебать, естественно. Не, мобы разлетелись. Мобы да. Разлетелись. Все, в плане дебафчика. Контроль. Красава. Да в плане нотис, но мобы. Бля, я шаманчика отправил, ну ладно. Изи, ебать. Я же говорю, еще можно было одну. Чего? Не, сюда только, если хочешь два парика, то ты сюда. Да, а окей, это давай ты комнату сюда. Разве привел? Это... Ну, это процент... Вейл, Матхиль, Отис. Это процентов... 2500. Это процентов 70 комнаты только сейчас было. Ну, он не успевает же всех, ну, порез поводить. Там ну, не сейчас... Сейчас процентов 70 комнат. Ну, тем не менее, маги водят 40%, блядь, комнат. 50. 40-50, да. Бэкс 50, блядь. 55 где-то. А из того, что мы вчера наблюдали, ну, короче, те, кто тут стоят, они выкупают. Я пошел этого волока. Тупо обосрал, ебать, только что. Да че? Че, Гекс, докрасим тряпки и пойдем отдыхать? Ну, в принципе, да, можно. Миша же нет. Но я хуй знаю, как мы их быстро там докрасим. В Дотан играть.
Так, страшное дело залит киксогена еще. А, авари подлейте. Ну, у меня на парик хватит МП, в принципе. Смотрите. Все, я могу давать дать. Подсел немножко. Давайте дать, да. Уже был, да, да. Я понял. Ну, сонг был, дес поднимай. Все, изи. Ты с авари экономил, я не могу. Собрать, да? Угу, маленько прям. Ну, авари я... Потный парик был, то я там по три раза дебафы крутанул с травилочкой. Не, все-таки я... Покрашусь, шо? Когда это... Когда приеду уже. 11 января. Изи нахуй. Ну не покрашусь, просто, а... блядь, изи. Ёб твою мать. Как так, блядь, господи. Ну почему все так легко? Вы, милики, вы хуй сосать в лоа будете, ебать! Вы маги! Вы вроде хуй в лоа не сосете, а в то и сосете. А вы тупо, блядь, вот лоа на изичах фармим. Слушай, надо реально. Лоа на пойти. Изичах или блядь. Мне кажется. Не, ну маги же понял. Для мага в лоа это изи, типа, понял, а то и это потно. Типа, то и это еще потнее, типа, понял, чем лоа. Считается. Если вам я нравится, знаю, как фармят это... милики, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. О, нихуя себе. Хоть одно разумное за все время видоса, да? Не, ну это пиздец, честно говоря, вот так вот. И нам еще говорят, типа, блядь, вы говно, вы то, вы это. Топа, уебили пак. Мы мусор. А, да, мы мусор, сорян. Мы мусор. Гексогена надо купить. По оверу все норм. Ты сейчас все соберешь? Нет. Так же, как и раньше, нормально процентов так. Ну, когда УД откатится, нет. Собери все, чтобы было красиво. Окей. Белория села. Бахмут тоже 1000 мука. У Белории 100. Ну, это я еще не всех залил. А чё Инька села по мане? А я, блядь, там с ДСом затупил. Ну, короче, забей. Да все норм. Забей. Ну, давай. Удачи тебе. Ой, так рано куда был. Ай, заливчика нахуй! Законтрил, ебать, изи, сука. Сосать. Тупо красиво. А маги бегают тут. Блять, надо еще показать видос. Ой, заснять видос, как маги тут фармят. Как они бегают, блять, по всей локации на 10 этаже, блять, прячутся от мобов, нахуй. Дядюшка, поим, спаси. А мы тут просто в 6 живых, нахуй. Как говорится, хуй сосем. Не, подожди. Бэкс с Шоном, по-моему, в 3 живых фармируют. В 3? Нет, не в 3. Ты чё, гонишь? У них там на канале 8 человек всегда. Ну, я не знаю, типа, ну, сколько хочешь, может быть, людей на канале. У нас вон тоже эдитор часто на канале сидит. У них преимущество. Ну, вчера с Леориш переписывался, чей, ебать, и говорил, что они тут окна убили, типа, они втроем тут в 3 живых были. Ну, это инфа для варов, понимаешь? Не факт, что там было 3 живых. Но факт остается фактом, что мага ты так как милика не поддержишь на макросе. На хз у Шона, короче, есть хиро танк, который, блядь, без УД может водить, как я с УД. Почему они так не водят, я хуй знает. Потому что в городе торгует. То есть шауты короче. Да. Что, будет сейчас большой парик, Нокс? Нету УД. Сколько мне еще? Кажется, им может стоит попробовать с ВЛами в углу постоять, типа. Да не. Раньше так же Шафтыш стоял. Вот как мы стоим, так Афтыш стоял. Нам бы еще одного ВЛа, который бы в дальний стан закидывал, ебать. Ну это да уже ты что-то перегнул. И Нокс, пизда. Нам бы людей в КП. Одна хуйня, когда Нокс заводит. Да, нам бы людей в КП. Кстати, ребята. Заводит, понял? Он заводит, и потом еще пару шаманов, блядь, или ангелов добегает за ними, мать. Дэнси, алло. Ой, да, даю. Блядь, что это я нажал? Нам бы людей в КП. Ножа,
Дестро и второго ВЛ. Ага. Губозакаточный станок, короче, ебать, еще 10 заливов. Ребята, по-моему, нам в КП нужны люди. На овера, вот он, красавчик, ебать. На овера, на СВС, на БД, на ЕЕ, на всех нужны люди, короче. Ну, не на всех, но, типа, любую профу. Мы найдем вам место. Да, мы вам место найдем. Даже если вы хотите играть на тире или гладе, ну, то есть, без залога, конечно же, мы вас не возьмем. Потому что там эквипа на очень много денежек. Вот это БДшечка красивая, девочка. Давайте, нормальный парень. Вот. Лё. Мы ждем вас у нас в КП, короче. Будете всем рассказывать, что вы тоже фармите. О, нормально, ебать. Да. Ну, сука. Придурок. Слышь, я в слипе, ебать, я в слипе. Ну, добивайте, короче. Ну, я в принципе... В принципе, я там докидал все дебафы. Гекс, контроль Гекса. Гекс. Ебать. Сейчас за контрю, ебать, изи. Изи без танка, ебать. Тупо без танка, блять, в той парике, дороги. Заводите мобов меня. Маги бы... А, сука, ебать. А меня ставим, ангелы моб, пиздят. Поэтому, блядь, мобы к вам бежали. Бля, я тоже в слипе. Бля, я, конечно, все понимаю, но снимите слип с Вэлла, пожалуйста. Я снял. Сняли уже. Кусоски хотели меня сосками, пидорасы. Да. Тупо, если ну, кстати, бы щиток не включил, танка пиздюлился. Нет, ну да. У мага, если танка пиздюлился, все, приехали. Сейчас скажу, смотри. Удары. Ахилла я не вижу. Нет, надо будет за часов уйти. Ай, бать, красиво, нахуй. Ну, нормально. Вовремя. Сейчас бы уйти, когда 6 живых. Ну ничего. Нормально, я поставлю каждого на магнитный мешок. Тогда придется еще одно видео записывать. Ёбаный в рот. Потом сам записывает видео. А у нас получается живой овер только, живой один глад, живой ВЛ, глад, овер, ВЛ и кто еще? И тир. И биш. Все. Пять живых. Ну и да. Ну и да, шесть. Вот и схильни ВЛ. Шесть живых, нахуй. Что-то у меня с ПДФом. ПДФа не хватает. 1200. Просто шесть живых, ёб твою мать. А-а-а. Сон. Гексогена надо и страшное дело подбить. Ты там сонги даешь чешу? Не-не, сейчас. Я смотрю. 400, 500, 600. Куда откатилось у тебя, че нет? Нет, 1000. Блять, 200, сколько еще? 500. Ща. Сколько еще процентов вот кать? 3 минуты. Да, короче, блядь, я заебался записывать, да. Они мне дохуя нанесли до того, как Отис хинул на 1300, блядь. Еще дохуя дамага, я упал. Ну, Отис один раз хинул, молодец. А нахуй дохили, ты и так справляешься. Кларити не кидаю, тебе кларити не нужно, в принципе. Угу. Ой, у нас овербаф падает, кстати, пацаны. Угу. У нас вообще ребаф. Нормально. Короче, я понял. Один ребаф я показал людям. Господа, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Гексоген, Ноксвилл, Отис, блять, Гудвей, Инквизишн, Рэм, и все, да? Шазмунный, мы только нас познаем. Суисайд. Никого не забыл, ебать? Дайте соя. Да базара, базара ноль, пацан. Базара ноль, на тебе соя. Вот пацаны крутят соя отсюда, понимаете ли? Они видят, что не тянут. Кстати, этот, Рэм, у него зеленые эти волосы. А, и эдитор на подстраховке еще у нас. Только он не играет. Да-да, но он морально поддерживает. Да. Давай, давай. Так, поднимаем ребаф. Все, господа, если хотите в КП, пишите мне в личку. В ВК нам люди нужны. У нас остался только костяк из 6 человек в КП. У нас все очень тяжело. Ну, у нас, конечно же, есть там 3-4 человечка, которые ходят на осады, на PvP-ивенты и так далее. Помогают. Ларить Вэллу. Но, вот, допустим, дефаться на прайме и так далее нам сложно. Вот. Поэтому нужны люди в КП. По поводу зарплаты т.д. и т.п. писать не нужно.
Лучше сначала нет. покажите себя, а потом это все обсудим. Потому что зарплат как таковых нет. Мы делим дроп на всех мемберов КП. Мемберов, а не людей, которые проходят испытательный срок. Вот. Короче, господа, пишите в личку ВК. Всем сосать. То есть всем спасибо. Пока. Соседи. А ну, передайте привет на YouTube, господа. Соседи. Да-да-да, соседи, ой, то есть привет. Питер Бан пошел нахуй. Хош влог на правах рекламы, сори. ВТА, садена, editor.su. Ой, бля, хорошо. Началось нахуй. Эдитор, как обычно, свое вот это ВТС Адена вставит. Ну ладно, ничего страшного. Эдитор.су, за свою Адену я вам отсосу. Нокс, Нокс, это сказал Нокс. Так, что там, мы ведем чиня? Да, ребаф, подняли фон. Ну, вроде ж подняли. Я тогда окей. Сейчас ласт парик покажу, как раз отрезали сюда, от это откатилось. Да, нет. Ага. Есть. Есть? О! Красота. Поехали, нахуй. Ой, чё цыкать на нахуй. Цыкать там мне было вчера, когда я осознал то, что на 6 человек в КП, блядь, осталось. Вот когда было цыкать. А сейчас, ебать... Как, сколько было людей, помню, блядь? Я помню, когда было вот раньше. Нас было, сука, сколько? 15 или 16 человек, нахуй. 22. 22? А, ну 22. Нихуя себе, ебать. Да, рили. Рили, такая хуйня была. 22 человека было. Это был пиздец. Ну мы эту хуйню тогда не хайпили. Я на повилку людей садил или куда, ебать? Ну... Так как он был такой хороший. Тупо напалило, красота. У нас тогда... Да не, почему? Каждая заливка был человек. Выходные у людей. Я помню, как на 16 было, блядь. Там КПД можно было спать ходить. Ой, сейчас валаками, нихуя себе. Ждем, пока он этот. Надебафует его, давай. Блять, это все прикольненько. Так, что-то тут, блядь. Опа, фир нахуй. Пошел вон отсюда. Сердечко, сердечко крутани, совер. Сердечко, совер. Да, сорян, забыл. Все, вроде все. Мобы все с комнаты подходят и подходят. Блядь, откуда, сука? Ну ладно, я понял. Они хотят посажусь. Помочь. Они помочь хотят. А, блядь, прибежал петух ебаный, сука. Идут, 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 идут. Опять нахуй. Давай, вперед. Пошел нахуй отсюда. Тупо выглядел. Нам же сон нашел. Ебать, просто фул комната. Здравствуйте, господа. Доброе утречко. Сейчас дам дум на... Бац, сука. 6К, сука. Пидораса. На, еще Артена на каждого ДД нахуй. И было взаимодействие. Да, нам вот сделать на каждого ДД второй левел АК, это на 25 до 24% возрастет ДПС в пати. Ну, ого, соответственно, блин. И расход маны будет меньше. То есть, мы и так не просаживаемся. Ну, не особо. То есть, там можно сделать какой-то перекурчик раз в полчаса. Ну, то, что есть, естественно. А, типа, с этими АК даже, на каждого ДД, мы будем пиздец какие боссы. Перекурчики раз в полчаса. Плюс Орфен еще можно на одного ДД. Допустим, Тира, либо же Глада. Вот. Ну, на Тира он не так необходим, на Глада более необходим. Глад больше. Ну да, ну да, на Глада никто не да. Вот. И, типа, в таком вот случае, то вообще я не знаю, тогда можно рили, блядь, 13-й фармить, нахуй, Баюма. Баюма, блядь, парень. Парень, Баюмов собирать и фармить. Все, короче, в пизду я заканчиваю видео. Заебали, блядь, никак не могу закончить. А сколько мы вот тряпок? 11 покрасили за это время. Сколько тряпок? На танке уже 50. Нормально, 20. Я ВЛ почти десятку покрасил. Нет. Ну, по 20 штук где-то. 5 или 6 штук покрасил. Это в среднем. Да, где-то 20. Ну, пиздец быстро, короче. Овера надо залить. Ты сейчас Гекс записываешь, мы будем Симура тряпки красить. Не-не-не, зачем ты это сказал, блядь? Ну, в принципе, да, у нас расходники же меньше, чем у мага. Покрывает каждый по заливке, нахуй. По заливке выдает каждый арфен. О, СТП, ко мне, дайте на Хелдома, сейчас бы, блядь, пофармили парики.
Все, короче, до новых встреч. А, блядь, еще парить, ёб твою мать. Ко мне и скиньте с Михри, да. Спасибо за МП на овера, но ничего страшного, я без вас справлюсь, пидоры. Спасибо. А хватит ли нам ко мне сегодня? Да я думаю, хватит ко мне. 16 тысяч осталось, да, должно хватить. По идее, должно хватить. Опасно. Приготовились. Файт! Поехали. Ой, блядь, ты что там? Тебя хильнуть чешу, братишка? Нормально. Оп. 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 Я еще спулить умудряюсь, оп, блядь. Ебать, я тут подхиливаю. Боже, я не знаю, это пиздец. Аж приятно смотреть на это. Честно говоря. Радуется глаз, да? Ты говоришь. Да, тупо радуется, нахуй. Батя, а, ты шо, сука, отъебись, нахуй. Пидор. Да, один орфен, это был бы пиздец. Да, орфен тупо пиздец. Нам чуть-чуть тяпика буста дайте, все, мы нахуй будем фармить любой спорт. Чуть-чуть орфена. Чуть-чуть орфена. Чуть-чуть орфена. Ребят, дайте кусочек орфена, вот чисто вот так у меня, которая цепляется за ухо, знаете? Мне. Хотя бы кусочек орфена дайте нам и все нахуй. Да. Саму сережку, ребят, не надо, хотя бы вот эту хуйню, которая за ухо цепляется. Так, пожалуйста, я... дайте нам хуйню от орфена, который мана регенит и все. Я, короче, БД не буду релогать, давайте не поднимайте сон еще 30 секунд. Надо подлиться, то мы не успеем. Окей, окей. Все, закончил видео, пока.